Уникальную операцию провели врачи клиник Самарского медуниверситета. Они вживили пациенту эндопротез височно-нижнечелюстного сустава. Впервые пациенту установили протез, когда ему было 12 лет. Со временем произошла деформация нижней челюсти. С течением времени эта металлоконструкция произошло прободение височной впадины, впадины височной кости. И головка оказалась практически в полости черепа. А жить, конечно, с таким диагнозом довольно-таки сложно, потому что пациент не может полноценно открывать рот, пациент не может полноценно жестикулировать, общаться, не может, соответственно, разговаривать, затруднен прием пищи. Вот. И также, конечно, есть выраженная деформация асимметрии. Чтобы исправить ситуацию, по заказу врачей клиник медуниверситета самарскими учеными в НИИ бионики и персонифицированной медицины сам ГМУ был изготовлен эндопротез из титана. При этом были учтены индивидуальные параметры пациента. Мышелковый отросток, он является элементом височно-нижнечелюстного сустава. Височно-нижнечелюстной сустав, он самый сложный из всех суставов у человека. Почему? Потому что с двух сторон он работает синхронно. И все время мы использовали вот такой эндопротез, который представляет собой мышелковый отросток в виде головки мышелкового отростка, ветви, угла и тела. Сложность заключается в новизне впервые. Как это все будет на практике, нам очень сложно. Но мы считаем, что мы предусмотрели основные серьезные этапы. Во время операции самарские медики внедрили конструкцию из титана и высокомолекулярного полиэтилена, которая замещает суставную впадину, куда опирается головка мышелкового отростка. Таким образом, со временем она не провалится в полость черепа. Еще одно новшество операции – ее провели с использованием единственного наружного надреза над ухом. Он эстетичен, не оставляет рубцов и никаких внешних изменений после операции не видно. В течение 2 недель больной будет находиться в стационаре, после чего его ждет амбулаторное наблюдение и реабилитация. По словам врачей, в последнее время увеличилось количество опухолей, которые поражают челюстно-лицевую область. И внедрение новой технологии вживления эндопротеза позволит сократить необходимость поездок в Москву для подобных операций, предоставляя пациентам помощь в их собственном регионе. Виктория Шарая, «События».